Здравствуйте, коллеги. Retail Week вновь на ваших экранах. Рядом со мной новый интересный спикер. Здравствуйте, представьтесь, какую компанию представляете? Здравствуйте, Авдосев Игорь Александрович, компания HD, производитель светодиодных экранов медиафасадов и в нашем же холдинге рекламная компания General Media Group, размещение рекламы на медиафасадах. Замечательно, для ритейла это очень интересно. Расскажите, пожалуйста, у вас свое производство или у вас какие-то подрядчики, которые где-то что-то делают, а вы у них покупаете? Да, Сергей, очень хороший вопрос. У нас свои собственные заводы. Мы те самые люди, которые занимаются импортозамещением. У нас заводы по видеоэкранам, светодиодным и медиафасадам в Москве, в Йошкар-Оле. Соответственно, мы сами производим на своих заводах полного цикла. И все устанавливаем, подключаем, обслуживаем. Расскажите, в каких городах заводы, где-то в Москве, Подмосковье или где-то еще? Да, заводы есть в Москве, заводы есть в Йошкар-Оле, соответственно, на которых мы производим полностью видеоэкраны, медиафасады, устанавливаем их в торговые центры, в магазины, стадионы, государственные объекты и так далее. Насколько я знаю, ваша продукция уже представлена у нас здесь на выставке. Подскажите, где можно увидеть ваши экраны здесь? Да, большое спасибо. На втором этаже, сразу как выходите с эскалатора, наш стенд 215. Вы его сразу видите, на нем большие светодиодные яркие экраны, на которых мы показываем наше портфолио. И как знаменитая фраза, то что заниматься бизнесом без рекламы то же самое, что подмигивать красивым девушкам в темной комнате. Получается, ваши экраны позволяют абсолютно всем ритейлерам и всем участникам рынка быть более заметными, более яркими и узнаваемыми. Я полностью согласен. Я добавлю, великий Генри Форд, создатель автомобиля, в свое время сказал: если бы у меня было 4 доллара, 3 из них я вложил бы в рекламу. Поэтому мы работаем с Шанель, Армани, Бургер Кинг, Ривгош, Экко, Снежная Королева, Московский ювелирный завод. Очень много, я извиняюсь перед теми ритейлерами, кого я не назвал, очень много магазинов, ювелирных, фитнес-клубов, ресторанов, кого мы оснастили экранами. Они действительно привлекают покупателей и в торговый центр, и в магазин. И вы очень правильно сказали, они помогают в продажах и внутри магазина, и на фасадах зданий. Все очень правильно, да. Они работают и помогают делать бизнес, а с другой стороны, они помогают клиентам магазинов потенциальным увидеть информацию о новых, о новинках товара, о скидках. Вот так. Это ли не повестка 21 века, то, что мы сейчас импортозамещаем все, тем более такие прекрасные хай-течные технологии, когда новые экраны могут стать новым триггером продажи. Спасибо вам большое, пожелаем вам удачи на нашей выставке и, надеюсь, много партнеров вы здесь найдете. Благодарю, это как раз в руках у меня каталог. Я благодарю вас за такую возможность дать интервью. Я хочу сказать всем зрителям, которые смотрят меня, участвуйте в этом мероприятии, это лучшее мероприятие с моей точки зрения по ритейлу, ну и вообще желаю крепкого здоровья. Спасибо. Спасибо вам.